Отделение греко-римской борьбы в Дюшур-Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Жемчужина Полесья» было открыто в 2003 году. И с тех пор борцы прославляют родную спортивную школу хорошими результатами на всевозможных турнирах, в том числе и международного класса. На отделении греко-римской борьбы в Дюшур-Жемчужина Полесья работают 4 тренера. Это Тронников Николай Васильевич, Тронников Егор Николаевич, Брель Игорь Владимирович и Брель Артем Игоревич. За годы работы отделения у нас были призеры, чемпионы, победители республиканских и международных турниров. В первую очередь это Станислав Шафренко, который сейчас в сборной Республики Беларусь. Также у нас есть победители и призеры чемпионатов и первенства Республики Беларусь. Отметим, что ребята занимаются здесь талантливые, целеустремленные, очень волевые. Занимаюсь уже довольно долго, 6 лет. Стал недавно призером Республики и чемпионом области. Нравится этот стиль, потому что мужской, можно сказать, спорт. Ну и качаешься, и здоровье поднимаешь. Вот так. Хотелось бы стать, конечно, мастером спорта, но это уже дальнейшие высоты. Владислав Сергеев, победитель республиканского первенства Даниил Марзан, серебряный призер Владимир Олейник, обладатель бронзовой медали Кирилл Климченко, Никита Северин, который тоже завоевал бронзу, но уже на республиканских состязаниях среди профсоюзных спортивных школ. Победитель этого соревнования Глеб Абрамян. Это гордость Дюшур-Мозырского нефтеперерабатывающего завода, будущее жемчужной борьбы. На первенстве Республики Беларусь весовой до 62 килограммов боролся и выиграл все 4 схватки и занял первое место. Персонально отметив Станислава Шафаренко, борца международного класса, который защищает честь национальной команды Республики Беларусь, и Владимира Косторонко, он в ближайшем резерве сборной, обратим внимание на юных воспитанников из Дюшур-Жемчужина Полесья, их любовь к греко-римской борьбе, стремление к спортивному совершенствованию. Я хочу стать чемпионом мира по этому виду спорта. И хочу получить много достижений по этому виду спорта. Ну и так все. А так этот вид спорта не очень тяжелый. Главное каждый день ходить на тренировки и все. Ну что же, будем ждать новых успехов от борцов спортивной школы Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Успехов олимпийских. И пусть не в Токио в 2021 году, но в Париже в году 2024 и уж точно на играх 2028 в Лос-Анджелесе мы увидим мастеров греко-римского стиля лучшей спортивной школы нашей страны, имя которой «Жемчужина Полесья».